Друзі, вітаю всіх на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор, і мій гість сьогодні Ігор Ліпсіц, професор і доктор економічних наук. Ігор, здравствуйте. Доброе утро. Что ж, начнем давайте с информации Bild, которая, в принципе, говорит, я так понимаю, правду, смотря на все, что происходит сегодня в России. Они пишут, что вооруженные силы Украины переходят от ликвидации чисто военных целей на оккупированных территориях и также России к уничтожению российской инфраструктуры, которая обслуживает как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. Ну, мы уже видим результаты, пишут сейчас, что и ГУР атаковала завод по производству зенитно-ракетных комплексов «Панцирь». В Смоленской области атакован авиаремонтный завод, в России горит терминал морского торгового порта. Как думаете, вот такие вот шаги, да, вот уничтожение инфраструктуры, насколько это важно для России, насколько это повлияет на экономику, на общую ситуацию в стране? Ну, я не военный эксперт, такие вещи оценивать не могу, а с точки зрения экономики это, в общем, мало что изменит, мало на что повлияет, и результативность таких шагов, на мой взгляд, достаточно невелика. Россия огромная по территории страна, до нефтяных терминалов, до нефтяных как бы трубопроводов, я думаю, что добраться, наверное, будет не так просто, а все-таки основные источники дохода российские – это нефтяные. Поэтому, в общем, это, ну, как бы создает некую такую напряженную обстановку в стране, но на политическую обстановку это никак не повлияет на экономический потенциал России, никак не повлияет. Насколько я читал военных экспертов, они как раз наоборот говорят, что если бы Россия получила больший удар, скажем, по Новороссийску, то это было бы куда более чувствительно с точки зрения экспорта нефти, чем всякого рода удары по всякого рода инфраструктурным объектам, прилежащих к Украине района. Так что, в общем, смысл этих атак не очень понятен для меня, но я небольшой военный эксперт. Может быть, есть какая-то идея, что это как-то повлияет на снабжение войск, я это не могу понять. Но вот с точки зрения влияния на экономику России, на ее устойчивость, это, наверное, мало что даст. И, повторяю, на состояние духа россиян тоже мало повлияет, скорее повлияет в положительную сторону, усилит ощущение, что вот идет настоящая война, против народа надо сплотиться вокруг вождя и тем более крепко его поддерживать, чтобы выстоять в условиях тотальной войны, когда нам вот то и это подрывает, и это поджигает. Так что я думаю, что эффективность как экономическая, так и политическая таких атак невелика. Смысла особо экономического в этом я не нахожу. Если говорить о самолетах, помним мы все сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22. Стоимость одного такого судна оценивать около 330 миллионов долларов. Вот такие вот деньги для России, насколько они существенные, ведь потом, после того, как сбили, в частности, А-50, такой же увидели, и эксперты говорят, что еще есть несколько до 10 вот таких самолетов разных модификаций в России. Но насколько это важно для экономики, важно для того, что мы знаем, что Россия теперь не сможет эти самолеты так быстро возобновить и, наверное, да, их построить. Все же, да, вот там общая сумма двух самолетов более 500 миллионов долларов. Что это за деньги для России? Да не знаю, чем это деньги. Знаете, вот люди, которые не разбираются в военном деле, они всегда считают, что главную ценность образует там самолет, танк, ракетная установка. Главную ценность образуют люди. И вот если это действительно правда, поскольку Россия не подтвердила потерю этих самолетов, то я не могу это подтвердить, и, соответственно, я могу только допустить, что если это действительно произошло, то основной ценностью являются не самолеты, а экипажи. Вот что самое ценное. Если вы поинтересуетесь, то во время войны, а еще Великой Отечественной, это было понятно, что главной ценностью являются не истребитель, не штурмовик, не бомбардировщик, а летчики. Самолет произвести можно достаточно быстро, а вот подготовить экипажи, которые хорошо могут, это чрезвычайно тяжелое дело, и, собственно, Украина с этим столкнулся по Б-16, да, когда стало понятно, что надо обеспечить достаточно серьезную переподготовку летчиков. Поэтому, если действительно эти самолеты погибли, то главные потери – это как раз опытные экипажи. Вот это не восстановишь легко и быстро, и это крайне такая тяжелая потеря была бы для России, если она действительно состоялась. Поэтому надо понимать, что главная ценность людская – это именно вот квалифицированные люди, и то, что мы сейчас наблюдаем в России – пожалуй, самая большая беда – это как раз недостаток людей, потеря квалифицированных людей, потеря молодых, производительных людей. Но Россия пытается сделать вид, что это ничего не значит, хотя это, конечно, становится уже очень большой бедой для экономики.
Тем временем наблюдали мы все за Всемирным экономическим форумом в Давосе, уже который год подряд без России. Очень много было заявлений, очень разных кулуарных разговоров. Есть также разные данные западных СМИ, что кто-то, говорят, все-таки пытался поговорить с Украиной о том, что сегодня нужно садиться за стол переговоров. Кто-то говорил о своей поддержке, что нельзя сегодня дать Путину волю и дать Путину дальше воевать, и нужно сегодня сделать все, чтобы был мир в Украине. Что вы главного из этого форума для себя увидели? Ну, как думаете, форум без России, что это значит? Я так понимаю, что не сильно там в России и расстроились по этому поводу. Форум без России не сильно потерял. Просто по той простой причине, что Россия, ну, как вам сказать, не является законодателем в мирной повестке мировой экономики. Она может создавать некоторые военные угрозы, создавать военные проблемы, ну, как бы менять некоим образом структуру экономики. Мы это уже видим, что Европа начинает большую программу развертывания военного производства. Значит, наконец европейцы раскачались, и эта мысль дошла до головы чиновников, и речь пошла о существенном увеличении производства оружия. Обратите внимание, об этом заговорили французы, об этом заговорили представители штаба НАТО. Но вот это действительно значимо. А с точки зрения экономики и мировых процессов Россия незначимая страна. Это, конечно, очень болезненно для российского духа, но Россия, ну, как вам сказать, такая маргинальная страна, она не определяет тенденции. И хотя президент России сегодня кричит, что Россия будет создавать смыслы для мировой экономики, все это очень смешно. Никаких смыслов российская экономика давно не создает. Никакие новые тенденции не генерирует. Участие в мировом прогрессе практически не принимает. Поэтому, в общем, она только сырьевой придаток, и отсутствие ее в Давосе, в общем, на как-то содержание этих дискуссий мало повлияло, и она, в общем, ну, как вам сказать, была, хорошо, нету, не страшно. Но тем временем уже второй высокопоставленный британский чиновник сравнивает нынешние времена с 1930-ми, ну а Путина с лидером нацистской Германии. Месяц назад параллель проводил с Гитлером главнокомандующий британской армии, ну а теперь министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Интервью «Политика» говорит, что нельзя сегодня задабривать Путина, как это делали с Гитлером. Мы обязаны выступить против зла. А что значит задабривать Путина? Кто сегодня, как думаете, задабривает Путина? Может, вы это видите в экономическом плане, да, каких-то, может, да, в плане санкций, которые работают, но не совсем. И почему его задабривают? Ну, для того, чтобы это понять, надо вернуться в историю. И вернуться в историю лет на 100 назад, во времена после Первой мировой войны. Все начиналось тогда. Веймарское соглашение, Веймарский мир, были введены очень жесткие санкции против Германии, потому что было ужасное озлобление победивших стран Антанты, и на Германию были наложены страшные санкции. И тогда был очень такой значимый эпизод. Один из участников британской делегации, Кейнс, будущий знаменитый экономист, значит, лорд Кейнс, он категорически выступил против таких жестких санкций, и Кейнс написал, что это приведет к очень негативным политическим последствиям. Его не послушали. И он даже пошел в отставку, покинул совещание по мирным переговорам, что называется, порвал со своим правительством. Но надо сказать, что он был прав. И безумно жесткие санкции против Германии привели к обнищанию, привели к ужасному озлоблению наций. И это привело к власти Гитлера. Возможно, что если бы была другая политика, то было бы лучше. И если вспоминать уже после Второй мировой войны, то никаких санкций против Германии не было. Наоборот, был предложен план Маршалла, и за счет этого все-таки удалось оставить Германию, ну, как бы в ранге мирной страны и избежать повторения вот возникновения такой агрессивной страны. То есть политика, она такая тяжелая история и сложная тема, не так легко вот это понять. Хочется максимально наказать агрессивную страну, но надо учитывать, что есть последствия короткие, есть последствия долгие. И, что называется, мир не хочет повторения вот истории с приходом Гитлера к власти на волне озлобления против жестких санкций, из-за которых немцы жили абсолютно катастрофично. Поэтому уже как бы сегодня начинается разговор, что нужно найти какой-то компромисс. С одной стороны, придавить экономику, а с другой стороны, избежать появления людей во российской власти еще более страшных, чем нынешнее руководство страны. Я понимаю, что это звучит удивительно для украинцев, но такая тема обсуждается.
Антигерения, пока мы с вами обсуждали самолеты, появилась информация буквально вот с утра, в воскресенье, что повреждение Ил-22 в Азовском море, россияне уже подтвердили гибель командира самолета. Ну, то есть видим, что информация уже официальная. Тем временем, если говорить о том, что сегодня делает Россия, во-первых, Путин собрался ехать в КНДР, пишут СМИ. Уже не секрет, что Россия начала использовать в Украине ракеты, купленные в КНДР, и для Пхеньяна это такая себе рекламная кампания, пишут аналитики, которая может привлечь других покупателей. Ну и также Кирилл Буданов выступил с заявлением в Financial Times. Он говорит, что да, действительно, КНДР передали очень много артиллерийских боеприпасов, но это Россия немножко позволила так выдохнуть. Но Буданов отметил, что в идеальных условиях Россия не хотела бы полагаться на внешнюю помощь, поскольку это всегда считалось так ниже их достоинства, это унижением. Как думаете, насколько брезгует Путин, да, вот чужими боеприпасами, и действительно ли для России это унижение брать у кого-то что-то, просить, не знаю, брать взаймы? Я думаю, что сейчас уже не об этом речь. Сейчас ситуация такая показательная, наоборот, что у России есть хоть какие-то союзники в мире, что она не одна. И в этом смысле это значительно важнее с точки зрения политической, чем с точки зрения экономической, с точки зрения военной. Но надо понимать, что, видимо, тот факт, что пришлось обращаться к Корее за снарядами, это факт, свидетельствующий о важной экономической теме, о том, что мощности по производству в российской оборонной промышленности исчерпаны. То есть она не может нарастить производство так, как ей бы хотелось. И мы, конечно, это точно знать не можем, поскольку это секретная информация. Но судя по тому, что это было сделано, и эти снаряды действительно появились, это означает, что мощности российской военной промышленности достигли предела загрузки, и дальнейшее существенное увеличение, судя по всему, невозможно. Поэтому давайте этот факт рассматривать в контексте экономики как свидетельство того, что исчерпаны возможности увеличения производства. Я об этом все время говорю, что вот за прошедшие два года, ну, что называется, те мощности, которые могли быть использованы в российской оборонке, они использованы. Дальше они уже увеличены быть не могут даже при найме дополнительных работников. Значит, нужно дальше строить новые предприятия, а строить новые предприятия – это 5-6 лет. Но тогда возникает вопрос, если я строю новые предприятия, то зачем я их строю? Они же должны быть загружены. Тогда возникает идея, что если Россия начнет строительство военных предприятий, то значит она закладывается на боевые действия на многие годы. Недаром сейчас уже вот пошло такое постоянное сравнение, что будущее отношений России и Украины – это скорее модель даже не, может быть, корейская, а может быть, модель Израиль-Палестинцы, то есть постоянно возникающие войны. Вот, к сожалению, для украинцев я должен сказать, что эта модель становится все более вероятной, то есть вам надо смотреть на то, как устроена жизнь в Израиле, как он живет постоянно в враждебном окружении, как он постоянно оказывается в военных конфликтах и как он в итоге создал в себе мощнейшую военную промышленность с очень современным видом оружия. Сумеет Украина это сделать или нет, мы этого не знаем, но она, конечно, сможет воспользоваться помощью США и Европы, так что в этом смысле шансы у вас есть. Тем временем первый самолет российской компании разбился после введения санкций из-за отказа двух двигателей. Это событие стало известно в воскресенье 21 января в горах Афганистана. Из-за проблем с двигателем упал самолет с россиянами. Это был чартерный, и там было около 6 человек. Все же, вот да, вот если говорить об этой отрасли, плюс, естественно, Путин собирается сегодня, да, и в КНДР, и пишут турецкие СМИ, что в Турцию, не страшно ли там, и вот насколько это серьезное событие, которое, не знаю, может заставить задуматься, подумать, что дальше, ну как это повлияет, в общем, на все перелеты, на все другие авиалинии в России, которые пока еще работают. Ну, перспектива российской авиационной отрасли, она ужасающая. Сейчас уже сформировалось понимание, что есть три самые пострадавшие отрасли российской экономики, с которыми уже непонятно, что можно сделать. Это, конечно, автомобильная промышленность, это газовая промышленность и авиаотрасль, потому что они все попали в такую тяжелую беду, из которой вытащить их практически невозможно. Для газа нет рынка сбыта, автомобильная промышленность практически полностью уступила рынок китайским автомобилям. И вот теперь, конечно, безнадежная полностью ситуация в авиационной промышленности. Российское руководство делает красивую мину при плохой игре. Значит, выделили сейчас 280 миллиардов рублей на развитие производства самолетов из фонда национального благосостояния.
и без того же очень слабенького, и хиленького, и маленького, но выделили 280 миллиардов, чтобы срочно запустить производство самолетов. Ну, то, что я читаю у экспертов авиаотрасли, они все в этом крайне сомневаются. Путин какие-то озвучивает совершенно безумные цифры, что там за ближайшие там годы чуть ли не 1000 самолетов сделают, чуть ли не каждые 6 минут будет выпускаться самолет по этой схеме, получается. Ну, какой-то, знаете, совершеннейший уже, как вам сказать, бред, потому что совершенно невозможно, и российская авиационная промышленность, она настолько уже слабая и маломощная, что мало что может делать вообще. Там за год выпускается 1-2 гражданских самолета, даже то, что было как бы каким-то островком благополучия, вертолетная промышленность очень сильно просела. Поэтому беда очень велика, а для России это катастрофа, потому что по территории России без авиации перемещаться невозможно. Если вы представляете себе с Дальнего Востока до Москвы ехать 7 суток, и 7 суток без интернета, знаете, дело такое не безрадостное. Но других путей практически нету, потому что аварийность будет расти. Силы, значит, здесь России иссякла, производства нету. В этом смысле, конечно, перспективы здесь ужасные, и вот аварийность нарастает, и летать по России становится опасно. Значит, останется ездить поездами. Это, конечно, разрушает страну, разрушает связность территории страны, создает для массы людей огромные трудности, но руководство страны это никак не тревожит. Тем временем, если говорить о санкциях, Bloomberg пишет, что ИАС готовит новый пакет санкций против России и намерен его утвердить до 24 февраля, это годовщина вторжения России в Украину, уже 2 года полномасштабной войны. Говорят, что санкции могут включать и расширение списков лиц под санкциями, также усиление торговых ограничений разных, ну и снижение возможности России обходить все эти санкции, ну, как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Все же, если такой вот делать итог, 2 года полномасштабной войны, 12 пакетов санкций, это будет 13-й, это все, что могли сделать сегодня наши западные партнеры, или все же могли больше? Ну, я вам рекомендую почитать очень любопытную публикацию недавнюю Олега Ицхоки, нашего уважаемого российского экономиста, работающего в США. Он написал, что есть 3 варианта действий, которые могли США реализовать, и обрушить экономику России полностью, но они не хотят это делать, и поэтому это не реализовано. Почитайте, сколько все эти 3 варианта описывают, не хочу повторяться. Поэтому, конечно, есть вот как бы некая попытка найти баланс, как бы это для украинцев не звучало грустно, сохранить Россию, но ослабить Россию. Вот я понимаю, что это, так сказать, немножко, так сказать, страшновато звучит, хочется моментально обрушить экономику страны-агрессора, но... Повторяю, мировая политика – сложная история, и здесь есть опасение, что если рухнет нынешний российский режим, то возникнет некая неуправляемая территория с большим количеством малых криминальных группировок, которые будут воевать между собой. Эта вся война будет выплескиваться за границы России, исчезнет единая система контроля за ядерным оружием, и это для многих страшнее, чем сохранение нынешнего российского режима. Это надо понимать. Поэтому, в общем, до конца не идут, но усиливают. Обратите внимание, что за последнее время очень активно стали использовать инструмент как раз банковских санкций. Это, пожалуй, наиболее эффективно работающие санкции. Мы теперь уже слышим очень неприятные для России истории о уклонении от проведения платежей как турецкими банками, так и китайскими банками. А это означает, что практически вот этот весь параллельный импорт через Турцию, который шел, он становится сомнительным, проблематичным. И это большая проблема. Турецкие банки не хотят связываться, потому что боятся попасть под санкции американского агентства ОФАК. И даже китайские начали тормозить российские платежи. То есть, в общем, с покупками в Китае тоже становится сложнее. То есть вот этот инструмент банковских санкций, он удобный, он контролируемый, он легкий в реализации. И, судя по всему, вот по нему как раз будет идти основное усиление. И это будет создавать очень большие проблемы для России. Потому что, конечно, ты можешь достать что-то левым способом, привести полупроводники, электронные платы, но через Турцию, но все-таки кто-то должен за это заплатить. А это уже очень сложно становится. Поэтому вот эта система работает, и, судя по всему, она будет усиливаться. Мы понимаем, что наращиваются санкции против танкерного флота России, и эта информация приходит, и это, судя по всему, получается. Так что в этом смысле масса проблем в России возникает. Но не все санкции, конечно, работают.
Вот я уже сейчас читаю, значит, первые отклики на введение санкций по алмазам. Там довольно оптимистично российские эксперты говорят, обойдем, не проблема, смешаем разные алмазы в партии, попробуйте разобраться, где чьи алмазы, все равно через Индию все сделаем. Ну, трудно сказать. Но поэтому вот из этих всех пакетов санкций не все санкции работают хорошо, но вот банковские и транспортные по танкерному флоту, они, похоже, могут работать и будут наращиваться. Немножко еще о ситуации в России я бы с вами поговорила. Вот говорит наш секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, что в России сейчас нарастают протестные движения в регионах из-за национального фактора, также из-за факторов экономических, есть некоторые трудности на фоне войны против Украины, ну и это будет системно дестабилизировать ситуацию. Видели мы протесты, которые были в Башкортостане после вынесения приговора активисту Фаилю Алсынову, потом Уфа. Ну и, конечно же, в России это не называют массовыми беспорядками, как сказал Песков. Это такое себе очень отдельное проявление, которое практически ни на что не влияет. Но все же, не влияет ли, видели мы эти все протесты, видели, что люди не молчат, ну и называют сегодня таким вот фактором, если может и начаться что-то, это может быть любой фактор. Это может быть какой-то активист, которого, да, посадили, это может быть просто цена на какой-то продукт, те же яйца. Все же, что видите вы сегодня, вот эти вот протестные настроения, насколько они могут повлиять на Россию, или, как говорит Песков, это никак не влияет? Ну, пока это все еще никак не влияет. Для того, чтобы произошло что-то значимое для общей ситуации в России, должно совпасть несколько факторов недовольства. Пока это еще не очень совпадает, но как бы появляется все больше самих факторов недовольства. Посмотрите, эта зима вдруг стала такой зимой катастроф ЖКХ, да, мы вдруг это увидели. Перед этим были проблемы с яйцами. Все это как бы точечные вещи. Вопрос только в том, что если это совпадет во времени, то это может вызвать большие проблемы. Вот как раз, знаете, я все время говорю, что для России самое страшное – это эффект резонанса протестных активов, протестных акций, протестных движений. Вот это может быть, когда, что называется, и с продуктами проблемы, и ЖКХ не работает, и еще где-то наступили на национальные чувства населения. Вот это может, если совпасть, то это будет порождать, конечно, большие такие недовольства, будет возникать сопротивление, но только при совпадении. Вот при резонансе только. Я об этом всегда говорил, что по отдельности ничто стабильности России не угрожает, но вот если будут совпадать массовые отключения ЖКХ, массовые невыплаты пенсий и проблемы с продуктами питания, вот тогда могут быть массовые какие-то волнения, и вот тогда могут быть перемены в руководстве России, чтобы погасить конфликты, сославшись на то, что это прежнее руководство что-то сделало не так, и тогда что-то может измениться. Но еще раз повторяю, отдельные вещи, ни Башкортостан, ничего, ни яйца, ни сам по себе ЖКХ, ничего в России не меняет. Только если это совпадет одновременно и на большом числе территорий или большом числе городов, тогда это может вызвать какие-то перемены в российской ситуации. Если говорить о такой фигуре, как Набиуллина, это глава Центробанка России, которая, к слову, по информации разных западных СМИ, предупреждала Путина о том, что будет с экономикой, если он начнет полномасштабное вторжение. Сейчас очень много слухов также в СМИ есть об этой женщине и о том, что она якобы хотела уволиться, но ее Путин не пустил. Сегодня Кремль комментирует слухи о госпитализации Набиуллиной и говорят, что мы не будем комментировать, но желаем ей здоровья. Потом была информация, что она отменила одно выступление очень важное, на которое должна была идти. Все же, да, вот фигура, сколько там важна она сегодня в российской экономике, сколько она влиятельна, и действительно ли могли предупреждать Путина до полномасштабного вторжения, что будет катастрофа? Ну, значит, во-первых, та байка, которая в России ходит, я проверить не могу, что называется, как понимаете, на том совещании не присутствовал. Но байка ходит, что они с Кудриным ездили Путину, и это было не по поводу СВО. Об СВО они, говорят, не знали. Они говорили только о том, что будет, если признать ДНР и ЛНР. Это еще как бы вот тот промежуточный вариант, который был, если вы помните. Что уже тогда будут очень нехорошие последствия. Но это никак не повлияло. Я бы сказал, что сейчас ситуация с Набиуллиной не очень для меня понятная. Дело не в том, что там
что-то кто-то. Но вот я читаю некоторые публикации, я понимаю, кто их примерно писал, и там идет безумная злоба на Набиуллину по той причине, что она пытается остановить инфляцию, повышая ставки, а повышая ставки, она уничтожает всякие возможности экономического роста, всякие возможности импортозамещения, и тем самым получается, что те, кто собирался распилить большие деньги на всякого рода проектах импортозамещения, оказывается, с помощью Набиуллина лишены доходов, поэтому злоба несказанная. Уже идет разговор о том, что Набиуллина своей политикой противодействует действиям и задачам, намеченным президентом Российской Федерации, разрушает политику восстановления российской экономики, то есть ей практически уже шьют дело, но трудно сказать, приведет это к ее отставке или нет. Как вы знаете, для Путина характерна крайняя неготовность менять членов своей команды. Какие бы ошибки они ни допускали, он практически членов команды крайне редко меняет, потому что боится всяких перемен. У него, по-моему, какая-то суеверная такая опасливость по этому поводу, что поменяешь члена команды, завтра тебя поменяют, поэтому вряд ли Набиуллина быстро поменяет. Но что злоба нарастает, и в какой-то момент эта злоба может стать настолько большой, что ее заменят на более лояльного человека, она возможна. Но это пока не в ближайшей перспективе, но угроза такая нарастает. Ну, то есть тот фактор, что политика назвала Набиуллину разрушителем года в европейской политике, также касательно того, что смогли как-то обойти санкции в России, можно, в принципе, назвать и разрушителем экономики России, в частности. Ну, теоретически картина выглядит именно так. Она, так сказать, ее назвали разрушителем за то, что она повела себя нетрадиционно в банковском мире. В общем, это как бы был такой эпитет похвальный. Но для многих в России она действительно разрушитель. И это объективная история, потому что экономисты знают, что нельзя одновременно и стимулировать рост, и бороться с инфляцией. Ты должен выбрать что-то одно. Вот сейчас Набиуллина пытается бороться с инфляцией, но тогда она останавливает экономический рост, который нужно показывать президенту как свое достижение. То есть объективно, пытаясь остановить инфляцию, она как бы разрушает все гордые заявления президента о том, что российская экономика вышла из кризиса, будет расти. Поэтому, если посмотрите, то ЦБ, скажем, на этот год прогноз роста после 3%, которыми гордился президент Путин по прошлому году, у ЦБ прогноз на этот год 1%, максимум 1,5%. И большинство российских экспертов сейчас дают прогноз роста на 2024 год от 1 до 1,6%, это практически стагнация. Ну а как расти, когда такие дорогие деньги в экономике? Ты же не можешь вкладывать такие дорогие деньги, это никак не окупается. Но инфляция может тормозиться, но тогда не будет экономического роста. То есть вот это реальная картина. Инфляцию разогнали вливанием бюджетных денег. Набиуллина пытается это как-то остановить. Но тогда она заодно останавливает весь экономический рост России. Ну, еще один интересный вопрос. Сегодня МЧС России разработала проект постановления, который предлагает использовать для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций близлежащие помещения. Сейчас документ находится на этапе согласования. Этот документ – это о вопросе безопасности, и здесь также еще один вопрос, почему так поздно, или все же это больше про отмывание денег? Помним же мы Белгород, когда люди спрашивали, где же наше укрытие, мы уже готовились, а по факту, когда все началось, когда начался обстрел города, людям не было куда просто спрятаться. О чем это говорит, что в России сегодня, сподвигло на такой вот проект разработать? Ну, смотрите, ведь история какая. Как вы помните, когда были введены войска в Украину, это была названа СВО, специальная военная операция, не война. То есть вся задача была доказать, что это мелкая военно-полицейская операция, никаким образом не влияющая на жизнь страны в целом. И до последнего старались избегать вот этой ситуации, что все-таки это военная ситуация, охватывающая большую часть населения, во всяком случае, европейской части России, что это вот все-таки еще очень локальное, к отношению к жизни населения не имеет. Это вся пропаганда на это работала, вся индустрия развлечений на это работала. Да, где-то там кто-то воюет, где-то там кто-то кого-то убивает. Но вот у нас все идет по-прежнему, все прекрасно, рестораны полны, кинотеатры битком, все чудесно, это не имеет отношения. Но, что называется, в какой-то момент население начинает пугаться. И вот из-за этого начинается уже теперь такая вот работа, что можно приспособить под бомбоубежище,
Строить новое бомбоубежище сложно, дорого и не очень, наверное, даже и умеют, потому что это все-таки сложная структура. Хотя, наверное, могут, если вы знаете, для Хамаса все эти туннели проектировали в России. Наверное, знаете эту историю, нет? Новосибирск проектировали, строили московские метростроители, но это все-таки годы. Поэтому, конечно, сейчас они уже лихорадочно пытаются что-то приспособить под защитные сооружения. Что из этого выйдет, не знаю. Но там, где есть метро, оно будет опять использоваться. Там, где нет метро, будут какие-то сооружения подземные использовать. Но это как бы некий уже такой шаг назад. То есть необходимость признать, что все-таки военные действия затрагивают уже и мирное население, что война переходит из ситуации СВО в понятие настоящей войны. И обратите внимание, что уже даже Песков, пресс-секретарь, стал использовать новый термин. Он заговорил о гибридной войне. Еще не полноценно, но гибридной войне он термин «война» употребил. Поэтому я могу тоже употребить вслед за пресс-секретарем президента. Он сказал «гибридная война против России». Ну вот это уже как бы следующий шаг осознания. А то россияне все время говорят, да где-то там, где-то что-то, а мы тут как жили, так и живем. Это вот появление темы бомбоубежищ, это уже как бы некий другой этап изменения общественной ситуации в России. Признание, что война пришла домой. Тогда логично, что должен быть еще один этап, следующий шаг – это военное положение. Очень долго говорили уже, да, вот с начала полномасштабного вторжения, когда же, когда мы уже видим, что над Валдаем дроны летают, фактически над головой Путина, над Новоогарёва. Россияне сегодня не слышат воздушную тревогу. Я считаю, что это неправильно, потому что люди должны знать, что есть какая-то угроза, у них должна быть возможность пойти в укрытие. В Москве, я так понимаю, это вообще вопрос не обсуждается, зачем пугать людей. Военное положение, что значит для России, пойдет ли на этот шаг Путин, или все же включат уже в этом году какую-то воздушную тревогу и все же позаботятся о безопасности своих граждан? Ну, понимаете, это вот как раз та самая логика, которую я объяснял. Ввести военное положение, это значит признать, что ты, в общем, не добился победы, и наоборот, ты обрушил на голову своего населения военные беды. Это, ну, как бы очень сильное политическое поражение. Я думаю, что до последней возможности они будут от этого уклоняться. Поэтому никаких воздушных тревог в Москве объявлять не будут. До последнего. Но вот что другое может быть. Обратите внимание, что Россия быстро дошла до чрезвычайных ситуаций. Только что, если вы знаете, в Новосибирске объявили чрезвычайную ситуацию, но из-за ЖКХ. Вообще, конечно, поразительная история, да, чрезвычайная ситуация, вызванная такими коммунальными авариями. Но пришлось, потому что город живет уже в ненормальном режиме, теперь десятки тысяч уже попадают в эти аварии. То есть страна, что называется, разваливается там, где у нее тонко, а тонко у нее в сфере ЖКХ. Но вот признать, что ситуация именно вот стала чрезвычайной из-за военных действий, я думаю, до последнего постараются этого не делать. Ну, во всяком случае, до выборов президента. Мы как бы сейчас разделяем будущее России до инаугурации президента и после инаугурации. До инаугурации будут изо всех сил пытаться делать вид, что все в России, в ее экономике, в ее жизни абсолютно нормально, стабильно. А после этого, ну, посмотрим. Возможно, появится новая риторика, что мы в осажденном лагере, вокруг нас идет враждебная деятельность, мы воюем со всем НАТО, сплотимся вокруг новоизбранного президента. Пусть мы страдаем, но мы страдаем вместе. Я думаю, что мы в апреле уже что-нибудь подобное увидим. И тогда уже посмотрим заново. Пока до выборов президента никакого чрезвычайного положения никто вводить по военным основаниям не будет. Что ж, благодарю вас, Игорь Владимирович, за разбор экономических вопросов, за анализ, что происходит сегодня в России, также в мире. Всегда интересно, важно понимать нам здесь. Ну и, конечно, нам делать свое, идти к победе. И вас благодарю за разговор и за время. Всего доброго, счастливо. Друзі, Ігор Ліпсець, професор, доктор економічних наук, був з нами. Вам дякую за увагу. Будь ласка, долучайтесь до обговорення в коментарях, ставте вподобайки, ну і, звісно, бережіть себе.